Показывает компания Screen Media. Счастливой Черной Пятницы, мы любим игрушки. Ну что, сегодня все в силе? Крис, сегодня задержишься. Персонала не хватает. Подожди. Я Эммет. В продажах работал до этого? Нет. Для работников в сфере продаж нет дня труднее, чем этот. И что мы любим? Игрушки. Хорошая работа. Все по местам. 3, 2... Началось, детка. Черная пятница. Спасибо большое. Хороших праздников. Срать, господь. Какого что-то не так с покупателями. Мы должны что-то сделать. Черная пятница идет всего час, и мы уже выводим покупателей из магазина? Нет, 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 нет. Это был новенький? Наши покупатели с ума сошли. Как бы то ни было, не давайте им сбиваться в кучу. Они что-то строят. Сейчас мы просто у них на пути. Мы должны биться. Не думаю, что этот вечер станет хуже. Кто-нибудь еще думает, что это смешно? Я же говорил, они не умирают. Нам придется бежать. Именно. Черная пятница закончилась. Чаки говорит, что мы все умрем. А ну назад, братан. Какой-то мужик. Какая-то баба. Какой-то пацан. Какой-то крутой мужик. И Брюс Кэмпбелл. Мне здесь нравится. Полиция приехала. Господи. Не дайте праздникам сожрать вас живьем. Черная пятница. Твоя скидка прямо здесь, ты уеб... Скоро на ВХС.